Всем огромный привет, и я очень-очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня продолжаю видео с покупками с сайта AliExpress. Давно уже не снимала такие видео, но на самом деле здесь нет моей вины. В Эстонии у нас локдаун, поэтому мне никак было не забрать свои посылки, а то, что я уже потом забрала, у меня не было возможности никак снимать, потому что закрыли детский сад на карантин, и те, кто из родителей, хотя бы один, если сидит дома, то водить было нежелательно. У меня уже посылки на самом деле пылью покрылись, но сегодня я их все достала, покажу вам и, наконец-то, с удовольствием начну ими пользоваться. Так что, если вам интересно, то давайте приступим. И в этот раз у меня было очень много вещей именно для организации пространства. К сожалению, дошли еще не все, но я надеюсь, ко второму видео как раз дойдут. Первое, что я хочу вам показать, это набор из 3 корзин. Заказываю их специально для ванной комнаты, чтобы поставить на стиральную машинку и организовать все, как мне нужно. Ну, сложить туда косметику, ватные палочки, ватный диск. Также небольшие полотенца для лица, чтобы это ничего не лежало на виду. Все было спрятано. Я вот как раз хотела именно комплектом. Здесь идут 3 корзины. Одна самая большая, как раз, наверное, сюда я и положу полотенце, другая поменьше, сюда можно сложить что-то из косметики, кремы, например, и третья вот как раз подойдет хорошо для ватных дисков. Мне понравилось, что они все сделаны в одном стиле и такого цвета, знаете, нейтрального, поэтому в ванной комнате будет смотреться хорошо. К покупке могу рекомендовать, потому что я не скажу, что у них супер какое-то крутое качество, и мне кажется, за эту стоимость, за 16 евро 3 штуки, ожидать там чего-то вау не стоит, но в принципе меня все устроило, поэтому если вы не слишком придирчивый такой человек, не будете изучать тут, как все сплетено, идеально или нет, ну, тут, в принципе, особо не видно, то эти корзины я могу порекомендовать к покупке. И сразу хочу вам показать следующую покупку. Это вот такой вот органайзер из кожзама. Когда он ко мне пришел, я вообще сначала не поняла, когда на посылке прочитала, что это органайзер. Думаю, как они? Вроде ничего такого плоского я не заказывала, но когда я открыла, все стало на свои места, его нужно собирать. Ну, то есть вот эти штучки, ручки, точнее, нужно вдеть в отверстие, и тогда получится у вас органайзер. Я просто в восторге осталась от этого качества. Я очень жалею, что взяла только один, но мне нужно было изначально для проверки, чтобы посмотреть вообще, как это все дело приходит, как это выглядит. И я обязательно закажу несколько еще. Правда, не знаю, как вот сейчас во время локдауна это все будет доходить и когда я смогу забрать, но когда бы ни пришло, все равно придет, поэтому обязательно закажу. Очень классная вещь. Это не первый органайзер мой такого типа. Если вы помните, я еще заказывала из кожзама органайзер для салфеток, которым мы постоянно пользуемся. Очень его люблю. Вот здесь фотографию тоже вставлю, если не забуду. Так что могу порекомендовать. Там есть очень красивые, модные такие коричневые цвета. Ну, я вот как раз такие закажу. Ссылку оставлю, вы сможете ознакомиться. И следующее, что у меня лежит как раз в этом органайзере тоже... Это вот такие бутылочки, которые я заказала, чтобы перелить все шампуни. Ну, все это один мой шампунь и парочку других вещей, ну, душ-гели какие-то, чтобы все не было в разных баночках, потому что мне, честно говоря, не особо нравится, когда цветастые банки стоят на виду. Я уже давно хотела еще, по-моему, в прошлом году, но как-то у меня руки не дошли, я заказала 2 вот такие баночки, и мы туда перелили моющее средство, поставили на кухню, как-то на этом все. Но в этот раз я уже заказала себе вот такие 4, если понадобится, еще закажу обязательно. Там есть и квадратные, и с наклейками, и без наклеек. Такое разнообразие, но мне понравились именно вот эти. Пластик очень-очень плотный, все помпы. Помпы, да, эти? Ну, дозаторы, в общем, все эти работают просто отлично, поэтому тоже могу их рекомендовать к покупке. И следующая вещь, которую я хочу вам показать, пригодится, скорее всего, тем, кто любит фотографировать, снимать видео. Возможно, вы ведете какой-нибудь блог в Инстаграм, может быть, там, про еду, про бижутерию, ну, в общем, может быть, вы какой-то магазин и вы ищете хороший свет, я могу порекомендовать вам к покупке вот такую вот лампу. На самом деле, я уже говорила, что мне не хватает света, и вот как раз озадачилась покупкой. Думала сначала, может быть, купить кольцевую лампу очередную, но тут мне на глаза попался именно вот этот цвет. Я посмотрела, как это все выглядит на фотографии, какие фотографии с ним получаются, какие видео. Это все было у продавца в отзывах, и я решила заказать себе точно такой же. Я брала просто саму лампу без стойки, потому что у меня этих треног было достаточно. Можно было взять сразу с треногой. Он обошелся мне в районе 40 евро, но, честно вам скажу, он настолько ярко светит, что он спокойно мог бы мне, наверное, 2 лампы кольцевые заменить, потому что действительно свет такой яркий, что я даже не ожидала. У него в комплекте идет пульт. Этого пульта достаточно много функций, которыми вы можете воспользоваться, регулировать яркость света, также делать теплый, холодный. Я честно говорю, что лампа светит настолько ярко, просто как прожектор, но она не напрягает. Но так как у меня сейчас все 3 лампы направлены мне
мне в глаза, поэтому я часто моргаю, и сейчас, конечно, мне не очень приятно, но если поставить на нужный уровень, все просто отлично, фотографии с ней получаются суперские, ну, то есть предметная какая-то съемка, поэтому могу вам посоветовать 40 евро, если добавить там 5 евро, придется стойкой сразу, можно было брать разные дополнительные штуки к этой лампе, но я ссылку вам оставлю в описании, поэтому если ищете недорогой, но качественный, хороший свет, и вот одной лампы вам вот за глаза хватит, то советую к ней присмотреть. Все товары, которые вы сегодня увидели в видео, и не только эти, вы сможете купить с хорошей скидкой, потому что AliExpress вновь устраивает распродажу в честь того, что им исполняется 11 лет, и распродажа продлится с 29 марта по 2 апреля. Скидки будут на все товары, также на гаджеты и на телефоны. И LadyShop всегда поддерживает вас во время больших распродаж, и этот раз тоже не исключение, потому что кэшбэк будет увеличен аж в 3 раза до 15%. И активировать горящий кэшбэк можно будет на главной странице, после чего вы с сайта LadyShop переходите на сайт магазина. И среди тех, кто вернет кэшбэк с покупок на AliExpress, будет разыграно 11 12-х айфонов Pro Max. Одна покупка с кэшбэком равна одному билету. Так что обязательно участвуйте в распродаже в честь дня рождения AliExpress, возвращайте свой кэшбэк и получите возможность выиграть один из 11 айфонов 12 Pro Max. И следующая вещь, которая тоже наконец-то меня порадовала, это накамерный микрофон. Я тоже уже говорила, что у меня с этим были проблемы. Одно видео даже мне пришлось совсем без микрофона снять, другое видео я изощрялась, там снимала, звук писала на телефон, потом это все сводила, и вот очень ждала вот этот микрофон накамерный для того, чтобы попробовать, как будет на него писаться звук. И, в общем-то, из всех микрофонов, которые я за это время успела купить, в количестве 5 штук моя камера пока принимает только вот этот микрофон, и очень даже хорошо. Единственный минус в нем в том, что он работает от батарейки, поэтому вам нужно будет следить за тем, чтобы батарейка не села в процессе съемки, потому что в противном случае звук тогда не запишется, но в целом мне очень нравится, что я сейчас не принадлежу никакому месту, то есть за мной не тянутся провода, если мне нужно встать и отойти, мне не надо сначала снимать с себя микрофон, все находится сверху на камере. Честно говоря, не знаю, сколько он в итоге проработает, но записывала я на него уже несколько раз, и пока все отлично работает, и если вдруг вы тоже ищете хороший микрофон, недорогой, но для того, чтобы не быть привязаны к какому-то месту, то советую присмотреться к нему, на него было очень много хороших отзывов, и на данный момент пока я тоже к ним присоединяюсь. И далее было у меня еще кое-что из одежды, как-то в рекламе тоже на Фейсбуке мелькнул вот такой вот костюм. Вот так выглядят штаны, но я обязательно на себе потом его примерю, покажу, как все это дело смотрится. Я, конечно же, сразу перешла по ссылке, чтобы посмотреть вообще поближе, посмотреть, есть ли на него отзывы, и когда увидела, просто сразу влюбилась, особенно когда увидела на девочках, мне очень понравился, я сразу его заказала. Правда, отправляли мне его достаточно долго, потому что я как раз попала на китайский Новый год, и я думала, что же в итоге мне придет, и когда он пришел, я была очень-очень рада, потому что мне он подошел, в принципе, по всем параметрам. Я очень боялась, у меня 1,68 м, что будут коротковатые штаны, потому что некоторые девочки писали, что штаны короткие, но, может быть, это еще все-таки немножко от объема тела зависит, в общем, насколько материал свободно на вас сидит. Мне в этом плане все отлично подошло, костюм сделан просто идеально, я специально заказывала его для того, чтобы носить весной, но сейчас будет потеплее, обязательно его надену. Здесь к низу брюки заужены, что мне очень нравится на резинке, потому что именно такой формат я люблю, не люблю, когда штаны висят. Я могу сказать, что этот костюм, сколько он там, 20 евро или 25 стоил, оправдал просто все мои ожидания. Если вы любите нечто подобное, тоже советую вам заказать. Курточка укорочена, и на некоторых она смотрится прям где-то до пупка, но, опять же говорю, я ношу размер S, поэтому на меня куртка достаточно свободно села, и у меня как раз вот нет вот этого зазора. Я не знаю, как точно будет на других людях смотреться, но, читая отзывы, учитывайте, конечно же, свои параметры. А так у меня абсолютно никаких нареканий нет. Жалею, что взяла только один, вот в таком болотно-зеленом цвете. Были еще желтые, был черный костюм. Я бы с удовольствием, может быть, на, ну, не на лето, может быть, а на позднюю весну купила бы еще желтый. Ну, посмотрим, как будут посылки дальше идти. Если все нормально, то обязательно закажу. В общем, я обязательно сфотографирую, как это дело выглядит на мне, примерю, и вы там все увидите. Но в целом могу сказать, что эта покупка оправдала просто все мои ожидания. И следующая вещь, которую я хочу вам показать, это тоже одежда. Вот такой кардиган. Когда я увидела его в рекламе на Фейсбуке, тоже перешла сразу по ссылке. Там было несколько цветов, но я выбрала себе вот такой
нежно-голубой. Специально заказывала его, опять же, для того, чтобы можно было носить весной, либо если летом будет прохладно. Мне понравилось, что он, знаете, такой нарядный. Здесь бусины и очень-очень красивые пуговицы. Абсолютно тоже никаких нареканий у меня к качеству нет. Ниток нигде не торчало. Честно говоря, не могу сказать точно, что это за материал. Нужно почитать в описании. Здесь однозначно есть синтетика, но и что-то очень-очень такое приятное к телу, потому что реально очень, ну, знаете, здорово его трогать, то есть не противно, и когда я мерила его просто на бюстгальтер, то никакого дискомфорта я абсолютно не ощутила. Сейчас такие кофты очень-очень популярны, их носят и с юбками, и с брюками, даже не с брюками, а с джинсами заправляют, внутрь в юбки заправляют, в общем, классно все это дело смотрится. Я думаю, что вы тоже натыкались на такие, так что если вы любите подобные вещи, то тоже могу рекомендовать присмотреться. И хочу вам также показать, дошел наконец-то до меня третий набор кистей. Я заказывала вообще все эти наборы себе для того, чтобы поменять абсолютно все кисти. Первый набор, самый-самый удачный, это кисти с голубыми ручками. Я могу сказать, что, наверное, на всем AliExpress, но, по крайней мере, из того, что я пробовала, те кисти действительно самые лучшие. Ссылку на них я тоже оставлю снизу, можете посмотреть, о чем я говорю. Но я решила заказать третий набор уже с зелеными ручками. И я смотрела, чтобы ворс был максимально похож. Ну, то есть ворс там действительно, точнее, здесь действительно такой же, как и у предыдущих моих кистей, только эти кисти более плотно набиты, потому что те кисти, они, знаете, прям совсем такие нежные, и они весь продукт наносят как вуаль, то есть они очень хорошо его экономят, они его не распыляют. Ну, я оставлю вам ссылки на все наборы, которые у меня есть, эти все кисти вы можете купить. И здесь набор состоит из 13 кистей, они практически не повторяются с теми двумя наборами, которые у меня уже есть, в общем-то, мне это было и надо. Так что, девчонки, если вы находитесь в поисках недорогих, но очень качественных кистей, то я оставлю вам ссылки на все три набора, которые я покупала вот, ну, за достаточно такой короткий период. Вы все их смело можете заказывать, потому что они прекрасного качества, потому что они точно вам понравятся. Девочки мне каждый день в личку вот получают, если кисти шлют мне, говорят спасибо, шлют мне фотографии с кистями, говорят спасибо, потому что действительно они очень-очень классные. И также меня спрашивали, заказываю ли я ребенку игрушки на AliExpress. На самом деле за все время было очень мало, но сейчас я обнаружила для себя вот такие деревянные развивающие игрушки, и когда я посмотрела и фотографии, что из них можно сделать, я сразу ему заказала. Это две радуги, здесь можно играть с цветами, с этой пирамидкой, ну, пирамидкой радугой можно развивать фантазию. Очень-очень классные игрушки, очень качественные. Отлично, это вообще все сделано из дерева, выкрашено безопасными красками, поэтому можете к ним присмотреться, потому что ребенок, ну, действительно, можно занять его на некоторое время, потому что он сидит, собирает разные конструкции. Я обязательно вставлю фотографии, что мы делаем. Отлично развивает креативность, фантазию, усидчивость, поэтому вот к таким игрушкам вы можете присмотреться. Все, девчонки, мальчишки, на сегодня это все, что я вам хотела показать. Если вдруг еще что-то за время того, как я монтирую видео, дойдет, то я обязательно сюда включу, ну или потом уже сниму вторую часть, когда другие посылки до меня дойдут. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите мне их в комментариях. Я оставлю также ссылки под видео, где вы можете, например, вступить в группу в Telegram, куда я выкладываю свои посылки. Там уже скоро будет около 4000, ну да, где-то 4000, даже не знаю, как сказать, 4000, ну не зрителей, но подписчиков, пускай так будет, которые могут наблюдать все товары гораздо раньше, чем я, например, выкладываю видео. Ну, в общем, все ссылки я оставлю в описании, и увидимся в следующем видео. Пока!